Smart Racing. Второй заезд, ну, другие команды там. Им немного перенесли трассу, переделали. Там в той канаве не будет, сразу будет, короче, вот здесь поворачивать. Но тут неизвестно что. Там тоже будет. А, тоже будет? Да. А, подожди, что-то туда. Что-то я не понял. И туда едут, и сюда едут. А что, здесь? А, оба-на. А, то есть можно туда, можно сюда ехать. Но вот тут та же канава, похоже. Только еще пока не сильно раскатанная. А вот и она, да. О. Первый, кто прошел первый круг. Сейчас... А, что тут? Что он остановился, блин? Непонятно. 40 метров? Сейчас он финиширует, и следующий из его команды может стартовать. А следующий, кто там у них? Вот он бежит, что-то передает второму экипажу и баги. Или этот у него забрал, ну, не суть. Короче, поехал второй. Вот там он поехал, не видно. Судя по звуку, проскочил. Сейчас поедет желтый квадр. Блин, опять туда поехал. Что-то тут только один проехал. Остальные что-то боятся сюда ехать. Ваги едет. А тут такие ямки. Еще один квадр. Занырнул. И еще один квадр. Едут две машины, Джимик и вот эта котлета красная. Может, она сейчас поедет на ту сушку, где был только газик, точнее газон. В прошлом заезде. Ой, там что-то прыгает, блин, Джимик. Проедет или пойдет на сушку? Да что ж такое? Никто не хочет на эту сушку ехать. Вообще как-то неинтересно. Еще одна машина, Kia это, да, или что это? О. А, колесо, блин, разбортировал заднее левое. Зеленый УАЗ салатовый едет. Сейчас баги поедет, это тоже такой спецучасток, ну, простой по идее. Хотя ему там глубоковато, да. Квадр едет, ну тут где у него спуск, просто в карьер этот. Здесь Opel едет по этой канаве. Это все нормально.
красава, проехал своим ходом. Только тут, конечно, такое нормальное же болотце. Зеленый у вас через эту канаву будет ехать. Разгончик берет. О, блин, ничего себе. Красава. Главное, наверное, брать скорости побольше. Своим ходом раскочил. В первой группе участников вообще никто, кроме квадров, тут не проезжал. А УАЗик так спокойно. Квадрик. Ни о чем. Квадрик. Опять пропали все джипы, опять только вот этот багги ездит, блин, и квадрики. Больше никого. Короче, что-то где-то опять все застряли, блин. Вот тут, наверное, в самом начале. Что-то такая сушка, все, блин, заседают и потом очень-очень долго достаются оттуда. Кого-то там пытаются достать. А сейчас, наверное, один застрял там, второй застрял вот здесь. Я еще поедет этот сюда. Может, он хоть проедет. Тут кого-то достают уже очень-очень давно. Кто там засел? УАЗик засел. Вот это вот. Вот он. УАЗик, короче. Блин, вот где? Вот он. Ты еще долго будет доставать. Еще, наверное, час будет доставать. УАЗик бедный. Сейчас его будут доставать. УАЗик мало что засел, еще оба аккумулятора посадил. Зацепили его двумя машинами. Но, блин, там перед бампером столько земли, у него же капец. Поедет, не поедет. Мужики, я не знаю, как вы ездите, но закапываться вы умеете. Своим-то ходом он уже не едет. Короче, кукурузник что-то сдох, тот, который его тянул. А эта красная багги его не вытянет одна. Поедет в этом багги. Блин, не видно сейчас опять нифига будет, да, наверное? Там из-за кустов. Поехала багги. А что он остановился, блин? Отходись, отлететь будет ходом. Вверх. Короче, он будет проходить ходом. Да на пазу сейчас один. Воды налить и запустите в них. В общем, УАЗик все, остается до конца гонки. Поехал ходом. А что у нас? Что-то он глохнет, блин. Что? Подобрать. Надо переключать, видишь, что она теряет. Он раз остановился. Короче, хочет вообще проскочить, но пока не получается. Ой! Ну это все, наверное. Это все. Да не, он только вниз уходит, когда начинает ехать. О, там зацепили лебедку, выкарабкался. Сейчас, по идее, еще должен обратно проскочить. Вот он поехал, сейчас разворачивается, где-то здесь должен также, наверное, ходом попытаться проскочить. Но получится ли, вот в чем вопрос. Видно, правда, нифига, блин. Когда он будет выезжать, может быть. Ну, в общем, вот это опять все. Это максимум. Баги за 80-ку зацепили. Блин, солнце светит. Ну, выехало. Теперь он, по идее, через этот ров должен перескочить. Раскочит своим ходом. А чьи там трапы остались? Тралы, сантраки. Поэтому сейчас туда. Красиво. Ну, в общем, здесь уже с ходом проходят. Там края сравняли. А спецучастки вообще непроходимые. Еще вот этот кое-как там пытаются проходить, а на те даже не заезжают. Вот тот там большой. Ну, завтра еще заезды.
Завтра организаторы сказали, короче, перестроят в трассу, уберут все неинтересное. Сделают поинтереснее трассу. Будем надеяться, завтра будет интересно. Потому что сегодня для зрителей, честно говоря, тут очень скучно. Машина проезжает, а потом минут 20 может стоять, вообще никто не проезжает. И запустят завтра сразу всех одновременно. Это два заезда сразу. Зеленый УАЗ. Сейчас, наверное, тоже сюда поедет. В общем, стало тут проезжабельно всеми уже. Квадрик. Да? Еще один квадр. УАЗик куда? Сюда, в эту канаву будет нырять, наверное. А, блин, с той стороны поехал. Хотя здесь вроде проезжают все. В общем, не видно, что он там. Квадрик. День Мадрейс, день второй. Немного изменения, трассу переделали, убрали там вот эти ненужные там песок, вот короче, сделали покороче, сложнее, и спецучастков всего 4, и зато едут все вместе. Не там вчера было 2 заезда, по-моему, 5 команд и 4, сейчас все 9 команд или сколько там их едут сразу, но не 3 часа будет длиться, а 5 часов. Так что ждем старта. Апаги. Ай, там, блин, 3 машины все застряли с той стороны. Красавец. А все, кто стартовал не квадрами и багги, все застряли. Что-то они все поехали сюда на этот. Хотя вчера вечером здесь уже ходом вроде проезжали и УАЗики. А здесь перестроили вчерашний спецучасток, который вот газик только один тут проезжал. Сейчас тут сразу 3. Я так понимаю, отличается глубиной. И в одну сторону просто оттуда сюда проехать, да и все. Вон один квадр поехал. Там даже можно половину пропустить, если, конечно, сейчас не упадет. Давай, давай, давай. О, блин, здесь чуть не перевернулся, только что этот. А тот проезжает одним колесом. А здесь, наверное, одним колесом не получится. Хотя какая глубина зависит. Здесь глубже. А, нет, должен вернуться, оказывается, по той же дороге. Самая легкая это. Сейчас смотрим за квадром. Yeah.
опять одни квадры. Этот квадр маленький. О. Не, ну этот уже своим ходом не выберется, ждет сейчас, когда команда придет. Потому что это вся его команда где-то там на старте, а здесь никого нету, он один. Пришла помощь. Квадр. Там бревна перед ним. Здесь квадр. Там выехал. Ой, блин. Чуть, по-моему, он на бок не лег. Не, куда-то он не туда поехал опять. А, он вот заворачивается. В том же месте застрял, что и в ту сторону ехал. Это яма, наверное, там. Привет, вот. Не поехала. Квадры проезжают. Правда, этот так и не выбрался. Под конец тоже там не может подняться, застрял где-то. Сейчас еще этот маврик обратно поедет. Этот подъем несложный должен быть, да. Квадр так и не выбрался еще. УАЗик, только непонятно, в какой коридор он сейчас поедет. А там еще какую-то яму нарыли или просто перестроили, вроде вчера там не было такой большой ямы. Еще одна ямка. Туда, в какой коридор? Средний. УАЗик. Как он дальше проедет там где? Тут немножко газа дай, понял? Он хочет тоже одним колесом по берегу? Да, наверное, вряд ли у него это получится. Он же, блин, высоченный. Yeah.
Да, отлично. И сейчас обратно так же. Рядом еще одна сушка. Вчера тут вообще никто не ехал. Видишь? Кто-то там стоит в Сузуки, пытается проехать. Ну, большая часть проехала этого дерева. Осталось вот это вот болото. Проедет. Чтоб не уперся мордой, сейчас сюда сразу траки ложат. На выезде. Надо попасть на эти браки, непонятно где они там. А, так он почти попал. В общем, легкий выехал. Не тяжело ему. На одном кругу можно проходить только одну сушку, поэтому Сузуки сюда не поехал. Едет заканчивать круг. А я так понял, что любой из трех коридоров можно выбирать каждому по желанию. Ну, для квадро вроде посередине вообще без проблем было. Все проезжали. Едет эта котлета красная. Куда он поедет? Вот она. Нет, да? Много. Понятно. Я думал, вы скажете, давайте четвертое еще придумаем. Вчера была очень классная там проезжают. Ну, я думаю, обратно тоже так же легко проедет, как и сюда. Быстро. Еще одна багги. О, они решили пойти по жесткому. По центру лужи этой. Ну и она тоже проходима, оказывается. Хотя, может, потому что они высокие, не хотят ехать. Хотя поехал вроде бы. Не, все равно свалился. Ой. Я голос заберу, Андрей! Поедет, не поедет сюда. Да, наверное, поедет. Все едут. Он решил по этому крайнему сейчас. Да ну, это, наверное, не вряд ли все три для любой. Тут как-то вообще легко. Вот это единственная лужа вот там в конце. А так ему даже не надо разворачиваться и ехать обратно. Короче, опять непонятно ничего. И еще джимник сразу сюда же поехал.
Это, наверное, что-то типа ТР-1, наверное. А здесь сейчас Нива поедет. Посмотрим на Ниву. Смотрите далее.